Для получения бесплатного доступа к МЭО необходимо зарегистрироваться на сайте educont.ru. Нажмите «Зарегистрироваться». Выберите роль для регистрации «Родитель». Введите вашу электронную почту и номер телефона. Будьте внимательны при заполнении данных полей. На указанный email вам придет подтверждение о регистрации. Придумайте пароль. Введите фамилию, имя, отчество и поставьте галочку в чекбоксе «Согласие на обработку персональных данных». Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Теперь необходимо подтвердить ваш адрес электронной почты. Письмо с подтверждением отправлено на e-mail, указанный вами при регистрации. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» или запросите подтверждение повторно. В письме нажмите кнопку «Подтвердить адрес электронной почты». Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте educont.ru. Используйте электронную почту и пароль, указанные при регистрации. Заполните данные о детях. Введите информацию о ребенке, фамилию, имя, отчество и дату рождения. Выберите тип и найдите свою образовательную организацию в списке. Для поиска образовательной организации введите ее ИНН. Укажите класс, в котором будет обучаться ваш ребенок. Нажмите кнопку «Создать». После заполнения данных вас должна подтвердить администрация образовательной организации. Для подтверждения профиля обратитесь к руководителю или любому педагогу образовательной организации. Если вас отклонили, проверьте, правильно ли вы заполнили данные учебного заведения. Теперь необходимо создать учетную запись ребенка. В личном кабинете в разделе «Аккаунт ребенка» нажмите кнопку «Создать учетную запись». Придумайте логин и пароль для ребенка. В случае необходимости добавьте еще одного ребенка. Ребенок должен авторизоваться в личном кабинете на сайте educont.ru с логином и паролем, которые вы для него создали. В первый раз лучше пройти этот путь вместе с ребенком. Вместе с ребенком в его личном кабинете в разделе «Образовательные платформы» выберите МЭО. Нажмите кнопку «Активировать контент». В открывшемся окне ребенок должен нажать кнопку «Войти через educont.ru». Затем выбрать аккаунт для входа. Теперь нужно указать email для уведомлений с платформы МЭО. Рекомендуем добавить адрес электронной почты родителя. Вы также можете указать здесь адрес электронной почты ребенка. Вы будете перенаправлены на платформу МЭО. В библиотеке курсов вашему ребенку будут доступны все курсы в соответствии с классом, указанным при создании записи ребенка на сайте educont.ru. Для вызова интерактивного помощника МЭО нажмите на знак вопроса в правом нижнем углу личного кабинета на платформе.